Всем привет! Мы с Климом Жуковым находимся в стране Индонезия, на острове Ява. Едем на Барабудур. Это у нас... Что это у нас, Барабудур? Барабудур — это самый большой каменный индийский храм в мире. Не индуистский, а буддийский храм в мире. Буддийский. И... Да, построен между 750-ми и где-то 850-ми годами правителями королевства Матарам. Там же мы заезжаем на Прамбанан, это индуистский комплекс, тоже каменный большой. И еще у нас задача посетить пару музеев. В общем, мы проводим инспекцию. Я обучаю Клима перед нашим туром. Я ему сейчас читаю лекции по истории, которые он потом будет пересказывать тем счастливым людям, которые попадут в наш тур. Кстати, у нас еще осталось там что-то около 10 мест, поэтому срочно записывайтесь. Да, а то потом не попадете и не узнаете, чего меня научил вот этот вот. Да, и, кстати, вообще все лекции, которые Клим Жуков где-либо читает, это же готовлю его я, вы понимаете прекрасно. На самом деле читает тоже их он, просто потом дипфейс одевают сверху и все. Да. Вот. Вот, чтобы докупить остатки в наш тур, который будет у нас, он начинается 12 ноября, длится 2 недели. Мы посещаем 3 страны, это... Только по развалинам мы посещаем, и остров у нас есть. Это вот у нас Ява, Индонезия, а потом будет Ангкор-Ват в Камбодже, и мы потом проводим время с замечательными лекциями на замечательном острове каком-то, который мы еще не выбрали, в Таиланде. То есть 3 страны у нас будет. Так вот, нужно перейти в описание. Для этого надо нажать такую галочку, она так перевернется, там появится описание. Вот. А что это? Не у меня. Это водитель зачем-то нас записывает. Местный ФСБшник. А вот, появится описание, там будет номер WhatsApp. Надо написать WhatsApp. Привет, хочу в тур. Счастливо.